вчера ходил на развязку. Там челик один сидел вдоль стенки и не шевелился. Я думал, это мусорный мешок сидит, короче. А там же темно, капец. И у тебя все типа в черно-серых, там темно-серых тонах. Я смотрю, мусорный мешок, блядь. Он по мне стрелять начинает. Странный мусорный мешок. Вовремя не выкинули, вот там жизнь уже своя зародилась, прям. Передо мной двое. Один минус. Убил. Чисто по вспышкам стрелял. Полеоны. Ох, блин, погода распогодилась. Резко все стало светло. Капец, прям. Что светло, то не светло. Я что-то в последнее время слишком жарко стакло вели у костра. С правой стороны. Хочешь поверхность? Я по центру перебегаю. Ладно, я поверхность мосту перебегу. Есть, 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 в кустах, Ань. Прям напротив перебежки. Убил. Много увидел. Тридцать четвертый с 5-7 тут сидел уже. Да-да. По мне? Кто? С вашей стрёшки, блин, бьют. В смысле, а ты где? Я у мусорки. Крыша, походу. Насчет крыши, да. Бегает. Бегаем. Да, здесь трупы. Вот, стреляет. Крыша, крыша. Стреливает, короче. Да. Где она? Моя, моя. Убил. Ну, больше стримы заходят, ну, в этом плане, да. Мусорка. Ты ж там была. Я в ушке, там мусорка сейчас. Там не есть. А, есть. Слева, справа. Прям подходит. Какая магия. Водянку? Да ладно, на 11-й Intel не нужно водянку. Как так? Да, да, да. Там типа. В этот раз не вижу никого. Перебежала, да? Окей. Бежит по дальней перебежке один. Торопится немного. Фичи ты используешь все. У меня есть самый, знаешь, главный, что у меня есть радар. Вот у меня есть радар, и как бы за этот радар мне просто позволяет вот так выигрывать, понимаешь? Все, короче, видюхи уже пропали с продажи. Вообще ни одной нету. Ты у воды вдоль забора? С костра? Нет. Понял. Убиваю. Не убиваю. Походу увидел меня на гранате за камнем. Влево идет. Минус. По-моему, да.
Вот это маленький, реально, 11 уровень. Да, тут какой-то. Даже тут, смотри, открыто, бля. Я же говорю, он там все двери открыли. Офигеть. Просто все. Мне кажется, он не один просто. Только тут много дверей открыть за такой период. О. Тебя не смущает вообще ничего, да? 42-й. Ну, маленькие левелы просто тут ходят, потому что, понимаешь. Он просто лежал, ты по нему прошел. Убил одного. Чем он нам дал? Пистолет. ПТшник, что ли? Нет, это этот... Фен. Кинь грену от двушки в окно. Крайне. Не попало. На шара. Нормально, нормально. Все, минус. Да, на первом. Мать на втором, а сейчас в сторону пристроили. Угу. Запильщик видосов. Угу. Ведущий тогда уж. Стример — это же тот, кто ведет прямой эфир. Прямой поток, прямой эфир. Получается, я ведущий. Так вот, в Поле чудес есть ведущий? Леонид Якубович. Вот я тоже как Якубович, только не Леонид. Это бегает внутри. Что тут у нас в чат? Сектор приз на барабане. 52 уровень, кстати. 55-й. А, они трешало уже успели нафигачить. Фига, блин. Быстро они. Видели этот чат? Чисто Майкл Джордан туда прокинул ему. Чисто под ноги гранату. А ну? Еще один там же! Блять! Пристрой! Бегу, 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 бегу. Убил? Нет, нет, нет. Это не ты, да, я так понял? Убил? Нет, он на кухне, на кухне. Я думал, то ты, блядь. Не очень херово, я ушел хилец. И у меня стыша 12. Упор. Блять, еще один. А сколько тут людей-то у тебя на первом этаже было? Я не знаю. Что? А, они ноль звуков создавали, вообще не было ничего. Да, это прыгнул. Ты убил, нет? Да я тут даже не знаю, сколько я убил. Вот этот кто? А, вот этого ты убил, ладно, хотя бы. Хотя бы это сходится, блин. Я убил сметану. Вот сметану я убил. И тень. Ох, ёб, граната! Что, блять? Ох, ёб, граната! Видели, как она полетела?
хочу зарезать его. Так, 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 не суетись, чел. Не суетись, все нормально. Все нормально. Не волнуйся, не волнуйся. Черик бегает какой-то. Открывай, друг. Попал. Должен был умереть раньше. Это же не первый раз уже сегодня. Сегодня видно, что сервера лагают и по гранатам, и по билтушке. Я же думал, хитрюшка тити, и думал, что у меня Юлька стримит начала, бля. Уже убил одного. Блять, их двое. Я значит с вами играю, блять. А вы меня значит посерьезки тут вдвоем крысите сидите. Походу реально убежал. В смысле, блин? А, ты погиб, что ли? Что-то ты больной. Я говорю, это оружие, оно слишком жесткое для завода. Минус локация. Все он мне принес, друг. Так, а этот кто? 53-й с дробовиком. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.